Всем привет, дорогие друзья! Сейчас будем проводить обзор на ксеноновую лампу под названием DKSH-3000-3. У меня их 4 штуки. И одну сегодня я разобью. Разберем ее полностью и покажу, что там внутри. Чтобы вы понимали размер, вот я поставил линейку 40 сантиметров и два листа А4. Они огромные просто, громадные. Хотя на фотографии кажутся поменьше. Большие лампы. Значит, они так одинаковые. Разница только в вот этих числах. Это защитный чехол. Есть прозрачный, бывает черные, белые. Разных цветов. А так они внутри одинаковые. Сейчас покажу вам, как выглядят, и приступим к взрыву этой лампы высокого давления. Так, чехол открывается вот таким образом. Здесь есть алюминиевые такие лепестки. Вот, их тянете внутрь, и все открывается. Здесь такие резиновые прокладки с двух сторон, чтобы стекло не разбилось об пластик. И все, вот такой простой контейнер. На нем написано СУ какой-то там. Внимание, футляр снимать только после окончательной установки лампы в аппаратуре. Ну вот, устанавливать в аппаратуру нужно с чехлом. И СУ-7370012, ЭГН номер 1. Все, больше ничего нет. Вот такие чехлы. Давайте посмотрим еще черный. Так. Так, а в черном есть еще... Ага, здесь по-другому, здесь... Вот такая штука. Не лепестки. Понятно. Ну, просто какая-то скрепка. Вот черная. Чехол плотный такой и прозрачный. Здесь вообще вот так остается, еще по-другому. Вот написано все то же самое, а здесь ГН номер 2 написано, а на черном я не знаю, что это значит. Если кто знает, подскажите. ГН номер 1. Так, вот эта лампа, вот так она в руке сидит. Она внутри радиоактивная, но это полностью безопасно для здоровья. Покажу размеры. Длина 32,5 сантиметра. Так, навскидку. Ну, 32. Диаметр вот здесь 55 миллиметров. А здесь сколько? Ну, 24 миллиметра. Где-то так. Вот. Давайте покажу контакты, какие большие, мощные. Вот. АТК-97 написано на ней. DKSH-3000-3. Именно это у меня. 91 год выпуска, первый месяц. Здесь еще какие-то цифры, серийный номер, наверное. Еще какая особенность, что я заметил, сейчас вам покажу. А здесь написано вверх. Вверх. Давайте возьмем следующую лампу. Все ли там так же самое? Здесь по-другому. Здесь из алюминия вот этот колпачок. Видите, написано DKSH-3000-3. Значок завода, наверное, 89 год, 6 месяц. Это минус. А вот здесь плюс выцарапано.
585 рублей стоило тогда, наверное. И значок СССР есть. Интересно, интересно. Давайте все лампы посмотрим. Потому что очень стало интересно. Здесь плюс, а нот 585 рублей стоило, значок СССР. Ясно. Вот название. Все из алюминия. Хотя вот эти контакты, наверное, из нержавейки, либо из вольфрама. Внутри то точно вот эти электроды оба с вольфрама. Теперь смотрим эту. Это уже с нержавейки. Вот этот колпачок тоже написано вверх. А с этой стороны, ну, я вам показываю. Вот ДКСШ 3000-3. Такая 97. Давайте следующую лампу смотрим. Здесь тоже плюс, вверх написано. С этой стороны ДКСШ 3000-3. Вот так. И еще одна в черном футляре, которая здесь надпись отличается, и значок завода отличается, или фирмы. 87-й год, 5-й месяц, 207 написано. Это минус катод, плюс анод. Все понятно. Здесь слова вверх нету. Вот такая разница. Давайте внутри посмотрим. Внутри у нас анод и катод. Анод это плюс. Вот этот толстый большой. Он из вольфрама чистого. Плотность вольфрама такая, как плотность золота. 20 грамм на сантиметр кубический. И этот справа, это катод. Он тоже из вольфрама чистого. Плотность тоже такая. 20 килограмм в литре. Но он еще идет с оксидами тория, либо с какими-то там соединениями тория. И он радиоактивный. Вот тот маленький катод. На видео это Айзен показал, не буду повторяться. Я проведу только детальный обзор этих ламп. Дальше вот здесь тоже, наверное, из вольфрама еще идет. Вот разобьем эту лампу, я вам все внутри покажу. Так. Тяжелая такая, увесистая.